Крутить педали красиво. В одном из самых живописных городов региона прошел веломарафон «Милая гора». В Плесе собрались более 150 спортсменов из Ивановской области и соседних регионов. На выбор три дистанции. Детская 2,2 километра, полумарафон 30 километров, а для профессионалов 60-километровая марафонская трасса. Трасса очень замечательная, там присутствует и асфальт, и грунт, и знаменитая плеская, значит, брусчатка, булыжная мостовая, самая, кстати, опасная с точки зрения поведения байков в дождь, и лесная почва, и поля с травой, да. Плесский веломарафон проходит уже в третий раз. Спортсменов он привлекает прежде всего удивительной красотой трассы. Часть маршрута пролегает по старинным улочкам Волжского городка, но есть и более экстремальные участки. В некоторых местах подъемы настолько крутые, что подняться в них на велосипеде практически невозможно. Приходится спешиваться и нести байк за собой. Не первый год принимаю участие в Плесском веломарафоне. Принимал участие и в 2015, 2016, 2017 году. Один год пришлось пропустить ввиду травмы, но в целом ситуация не меняется, ситуация улучшается. Народ позитивный, народ хочет участвовать, хочет гонок. И самое главное, что большое представительство Ивановской области. Я от лица Ивановской области очень рад в том, что у нас заявлено 25 человек конкретной ивановской команды. Вначале всем участникам раздают чипы, которые отслеживают перемещение и фиксируют время старта и финиша. На дистанции дежурят волонтеры, предлагают утолить жажду и подкрепиться. Всем, вне зависимости от результата, организаторы вручают памятные футболки и медали. Да и многие приезжают сюда не ради победы, а за атмосферой спортивного праздника. Этот марафон проходит в рамках тройного мероприятия, «Хайдман» оно называется. Вот. И меня оно заинтересовало. А почему именно Плесский веломарафон? Ну, потому что это возможность проверить себя на дистанции, вот сейчас 30 километров, а также насладиться трассой, потому что здесь очень красиво. Поэтому я выбираю Плесский веломарафон. Лучший результат в детском заезде показал Лев Филатов из Петрозаводска, чуть менее 5 минут. Победитель полумарафона – ивановец Егор Привалов. Его время – 1 час 2 минуты. Чемпионом в гонке на 60 километров также стал ивановец Андрей Борисов. Примечательно, что разрыв с серебряным призером у него меньше секунды. Все они получили денежные и спортивные призы. Максим Серебряков, РТВ Иваново, Плёс.